Барселона. Барселона подписывает только одного человека, Ольма. Никого не забыл вроде. Из новых футболистов. Не из тех, кто там вернулся. Потому что так Регарсия еще есть, никуда не делся. Из аренды вернулся. В принципе, для команды Флика это новый человек. При этом Барселона отпускает Гюндогана, Маркос Алонсо, Серж Роберто, Ореоли Ромео, Марк Гиу. Забыть. Витор Роке тоже уехал на свободу. Ну и Канцело с Феликсом не переподписывает, не выкупает. Не на свободу, но в аренду. Ну, да, не совсем на свободу. Ну, а от Под подписку его. места, где он плакал, да. Я даже не знаю, как оценивать эту трансферную кампанию Барселоны. Она вроде постоянно фигурировала Барселона в трансферных новостях. В итоге подписала, хотя бы одного подписала. Может быть, самое странное расставание было тоже связано с Барселоной, Гюндоган. И вот все это, как вот эта Лига чемпионов, я не могу все это воедино вот так вот собрать и все впечатления выложить. Ты можешь? Мне, да, тяжело. Есть еще один фактор. Мы можем очень много и очень конструктивно обсуждать, какой бардак творится в руководстве Барселоны и как в долгосрочной перспективе Барселона куда-то не туда движется, и как рано или поздно им придется этот нарастающий ком проблем расхлебывать. Он на самом деле уже ограничивает ресурс Барселоны, и, следовательно, право на ошибку становится все меньше и меньше. А вообще право на ошибку – это чуть не главный козырь больших клубов, потому что провальный большой трансфер для Брайтона и провальный большой трансфер для Манчестер Юнайтед, это все-таки очень разные вещи. Но в любом случае, есть еще тот факт, что Барселона просто прекрасно, другого слова не подобрать, сейчас выглядит на поле. Но каждый матч это кайф. И, наверное, еще нужно учитывать решение по главному тренеру. Мне кажется, что тут они попали. Ну, то есть у меня даже не столько сомнений были, сколько скорее вот опасения по поводу того, что не хватает информации полноценной про Ханси Флика. Но сейчас, как он отработал предсезонку, как он выстроил уже игровой рисунок, как он попал в конкретный состав, наверное, тренер тоже должен быть в нашей... Мы не договорились предварительно об этом, но если назначается тренер, наверное, он тоже должен быть частью, скажем так, этой летней активности. И нужно корректировать оценку, в том числе на его приглашение. Ну, смотри, странность, наверное, главная заключается в том, что никаких вопросов нету к уровню Дани Ольма и к совместимости его с Барселоной, но Барселона – это команда, которая обладает ограниченным ресурсом. Но, следовательно, вынуждена, Финансовым. да, ну, из-за там, лиги, но все равно из-за своего запущенного состояния и правил лиги. И она должна выбирать, на кого тратить эти ресурсы. И вот у меня есть сомнение, что Дани Ольма это правильно. У меня есть сомнение, что это нормальная ситуация, когда ты покупаешь Дани Ольма, а потом еще, чтобы его зарегистрировать, должен до конца лета тянуть и предпринять кучу действий, которые ты изначально не планировал, и тем самым тоже себя дополнительно ослабить. В общем, мне очень нравится Барса на старте, боюсь сглазить, и очень жаль, что там Берналь, который классно раскрылся, еще один источник игроков крутых у Барселоны, это просто их академия. Уже только этим летом Касадо и Берналя привлекли. Я вот хотел сказать, ты говоришь, Барселона круто играет, и здорово, что у них есть, я думаю, скажешь, Берналь, и дальше мы не знаем, что будет с Барселоной. Я только успел в него влюбиться, и он получил травму. Я вот как только он получил травму, я перестал смотреть этот матч. Сразу же. И вот Ольма, который вышел, это было с Пальмес, да, и он же вышел на позицию, на которой тоже стало интересно раскрываться Рафинье, на позицию, то есть десятки-восьмерки, и в правом полуфланге, и он постоянно менялся с Ямалем, и если бы Флик пришел раньше, то проблема Дембеле-Рафини не возникла бы. Они бы просто играли вот так, как сейчас с Ямалем играет Рафини, менялись бы, чувствовали друг друга и так далее. А тут появляется еще Ольма, и Флику приходится перемещать Рафини опять на Но неудобный левый не фланг. факт, на самом деле, что Флик выбрал бы его, если бы все были здоровы. Так что тут не только решение Флика, но еще тот факт, что не были готовы к сезону Педри, который Ну восстановился, да, Гави и Гави, Фрэнки да. до сих пор не готовы. Ну и Гюндоган уже по ходу лета оказался в такой ситуации. Сейчас я недавно листал старые новости, сразу после назначения Флика была новость, что он сделает Левандовского, Терстегена и Гюндогана
своими, своим костяком, да, своими проводниками, с самыми важными игроками. Сейчас немножко забавно звучит, да, что-то тут пошло не по плану. Короче, мне кажется, одно дело справедливо признавать, что Барселона сейчас выглядит здорово на поле. Другое, и это во многом заслуга тренера. И, наверное, единственный плюс, плюс этого лета, это то, что Барселона действительно попала с тренером, это было неочевидно, за это их нужно похвалить, и не стоит там минусовую оценку им ставить, хотя то, как выстроены процессы, иногда кажется, что нужно именно минусовую оценку им ставить, так что за это нужно похвалить, но в остальном, мне кажется, правильно все-таки оценивать не то, как тренер из очень ограниченных и плохих инструментов пытается что-то выкрутить, оценивать то, как выстроены процессы, то, насколько ты этому тренеру помогаешь или нет. В итоге тут все просто катастрофично, на мой взгляд, у Барселоны и по приоритетам, и по тому, как это делается там, в плане того, что действия, которые нужны для регистрации Дани Ольмо того же. И мне кажется, что вот сначала мы где-то в Барселоне ставим, ну, минусовых оценок, ладно, если без иронии у нас нету, ставим, наверное, где-то там двойку или единицу и накидываем пару баллов за то, что очень классно попали, пару-тройку баллов, наверное, я просто пятерки, наверное, их подвожу, классно попали с Ханси Фликом. Это, мне кажется, тоже фактор все-таки, который относится к трансферному окну. И я бы вот так оценил. Если, именно вот работу клуба на трансферном если рынке. Учитывать и Ханси Флика, то, наверное, да. А если учитывать помощь Ханси Флику, то, как ты сам проговорил, нет. То есть мы подписываем Ханси Флика, при этом не даем ему инструмент. Да, то есть не даем инструмента. Респект, конечно, ему за то, что он может так креативить, как ты вот описал, с тем же Рафиней в трудных условиях, да. Который, возможно, лучший игрок на старте у Барсы. Но это не помощь клуба, это помощь клуба, как будто мы что, где, когда. Да, помощь клуба. Ее нет, нет, у вас нет помощи клуба. Почему у всех команд был, у них нет тренера был? Знатоков у них нет. Ханси, у тебя нет помощи клуба, давай сам вывози. Он, как это называется, я уже забыл, давно смотрел. Когда он один остается за столом. Ой, блин, тоже... Суперблиц. Да, суперблиц, да. Ты один остается за столом, у тебя три вопроса, все встают, решай. Задачи, он решает. Ну 4-5 в этом пределе. 5 это даже, мне кажется, очень комплиментарно. Может быть, там за счет таланта Ольма и позже. Ну, на берегу мы не можем оценить по одному тайму трансферную кампанию с учетом потерь. Потери можем оценить условно, а приобретения пока нет, как они себя проявят. Райо Валикано это был матч, я перепутал. Лас Пальмас сыграл с Реалом, правильно? Честно, неделе. Да, все верно. Так что где-то четверка. Мне кажется, Барса. Ну, плюс еще, не знаю, согласишься ты или нет, но Ольмы я бы не сказал, что взяли как-то экстра выгодно. Это хорошая, наверное, рыночная его цена, которая может быть немножко еще завышена тем, что он хороший чемпионат Европы провел, но вот тоже нельзя сказать, что это сам по себе игрок крутой, но нельзя сказать, что его как-то хитро заманили, либо хитро там договорились. Такого вот тут все-таки нет, на мой взгляд.